Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим такую важную тему, как наркопреступление. Говорить о том, что наркотики – это плохо, что человек, который употребляет наркотические психотропные вещества, калечит свою жизнь и так или иначе жизнь своих родственников и близких, мы в данном видео не будем. Мы рассмотрим преступление с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность за наркопреступление предусмотрена главой 25 Уголовного кодекса Российской Федерации. И вот что грозит тем, кто нарушит закон в данной части. Я думаю, мы пойдем от простого к сложному. И первое, на что хотелось бы обратить внимание, что законом Российской Федерации предусмотрена ответственность за пропаганду наркотических веществ. К пропаганде наркотиков относятся любые материалы, видео, аудио, фото, которые тем или иным способом подталкивают человека к употреблению наркотических веществ. Как правило, в настоящее время пропаганда осуществляется в основном посредством интернета, соцсетей, ну или различных видеохостингов. Какая же ответственность предусмотрена за пропаганду наркотических веществ? Это административная ответственность, она предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Для физических лиц это штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей также штраф от 40 до 50 тысяч рублей. И для организации административный штраф в размере от 800 до 1 000 000 рублей. Следующий вид преступных деяний, за которые предусмотрена ответственность уже Уголовным кодексом Российской Федерации, является приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных веществ без цели сбыта. Тут стоит понимать, что квалификация зависит от количества наркотических средств, которые были обнаружены у лица. Как правило, количество, не подразумевающее под собой сбыт, это является одна доза для личного употребления. И в случае обнаружения такого количества наркотических веществ лицу грозит административный штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Классификация размеров наркотических веществ зависит от самого вещества и регламентируется нормами постановления правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года номер 1002. В соответствии с Уголовным кодексом приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ в крупном размере наказывается ответственностью в виде лишения свободы до 10 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей. В особо крупном размере от 10 до 15 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей. Следует отметить, что за употребление наркотических веществ уголовной ответственности не предусмотрено. Если лицо будет задержано в момент употребления наркотических веществ, ему грозит административная ответственность в размере штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Следующим видом уголовно наказуемого деяния является контрабанда. Я думаю, всем известно, что под контрабандой наркотических средств подразумевается перевозка таких средств через границу Российской Федерации. Если гражданин по рассеянности, либо с определенным умыслом перевезет наркотические вещества через границу Российской Федерации, данные деяния будут квалифицированы уже именно как контрабанда. За совершение подобного преступления он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы от 3 до 7 лет, а также взыскания штрафа до 1 миллиона рублей. Следует отметить, что к наркотическим веществам также относятся некоторые медицинские препараты. Все эти медицинские препараты, они описаны в перечень лекарственных средств в списках А и Б. Данные препараты, они выдаются исключительно по рецептам врача. Но нередки случаи, когда данные рецепты незаконно продаются или подделываются. За подделку и незаконную выдачу рецептов предусмотрена уголовная ответственность
виде лишения свободы до 2 лет и взыскания штрафа до 80 тысяч рублей. Далее поговорим про производство, сбыт или пересылку наркотических веществ. Это, пожалуй, самое тяжкое наркопреступление. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за производство, сбыт или пересылку наркотических веществ в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Если данное преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в значительных размерах, то предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 15 лет, а также взыскание штрафа в размере от 500 тысяч рублей. Производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в особо крупных размерах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо в отношении несовершеннолетних, либо совершенные лицами с использованием служебного положения, влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Следующим видом наркопреступлений является незаконное культивирование наркосодержащих растений. Тут следует учитывать масштаб и размах садовода. Так, например, за куст марихуаны на подоконнике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от полутора до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Если сотрудники полиции обнаружат плантацию наркосодержащих растений, то такому агроному грозит ответственность в виде лишения свободы до 8 лет. Также известны случаи, когда к уголовной ответственности привлекались дачники, на участках которых росла дикая конопля либо мак. За выращивание подобных растений на своем дачном участке предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 2 лет и взыскания штрафа до 300 тысяч рублей. Именно поэтому дачникам необходимо очень внимательно отслеживать те растения, которые произрастают на их дачном участке. И иногда такие красивые цветы, как мак, могут повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности. Хищение или вымогательство наркотических средств также является очень серьезным наркопреступлением. Зачастую данные преступления совершаются в отношении сотрудников скорой медицинской помощи. Нередко наркоманы специально вызывают неотложку с целью вымогательства именно медицинских препаратов, содержащих наркотические вещества. Это очень серьезное преступление, за которое предусмотрена и серьезная уголовная ответственность. Наркоман-одиночка может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Если данное преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то предусмотрена ответственность на срок от 6 до 10 лет, а также взыскание штрафа до 500 тысяч рублей. Если же преступление совершено в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, то такие преступники могут быть привлечены к уголовной ответственности на срок от 8 до 20 лет, а также подвергнуты штрафу в размере до 1 миллиона рублей. Склонение к употреблению наркотических веществ также является серьезным нарушением Уголовного кодекса. Даже банальное предложение попробовать наркотические вещества может повлечь за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет. Если же преступление совершено группой лиц с угрозой либо с применением насилия, то срок лишения свободы может возрасти от 5 до 10 лет. Если же преступление совершено в отношении несовершеннолетних, и при этом привело к смерти, либо к увечьям данного несовершеннолетнего, то уголовная ответственность предусматривается в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. И в заключение хочется поговорить о такой немаловажной проблеме, как организация и содержание наркопритонов.
Как правило, наличие таких нехороших квартир является большой проблемой как для жителей конкретного дома, так и даже целого района. Содержание и организация наркопритонов ведут к повышению уровня криминала в районе, и выявление подобных квартир является основной задачей сотрудников полиции. Следует отметить, что если в квартире кто-то из гостей употребил наркотические вещества, то для хозяина данной квартиры может последовать уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет. Если же наркопритон организован целенаправленно группой лиц по предварительному сговору, то таким организаторам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сегодня мы осветили основные виды наркопреступлений, с которыми может столкнуться гражданин в своей повседневной жизни. В заключение хочется отметить, что своевременное выявление подобных преступлений, оно в том числе зависит от социальной ответственности граждан. Если вы в своей жизни столкнулись со случаями употребления наркотических веществ, организации притонов, вовлечения в наркотическую среду несовершеннолетних, необходимо незамедлительно сообщить о таких случаях в органы полиции либо наркоконтроль. Следует уделять особое внимание любым изменениям в поведении вашего ребенка. Если у вас возникли подозрения, что ваш ребенок употребляет наркотические вещества, либо распространяет наркотические вещества, необходимо незамедлительно провести беседу с ребенком, а в случае необходимости обратиться к соответствующим специалистам, поскольку основной жертвой преступников являются именно несовершеннолетние. И также несовершеннолетние являются в большинстве случаев основными лицами, которые употребляют, а впоследствии и сбывают наркотические вещества. Как мы уже сказали, данные преступления, именно сбыт, являются очень серьезным преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы. И в данном случае очень важно вырвать ребенка из этой порочной среды, дабы у него впоследствии, в будущем, не было никаких проблем. На этом сегодня все. Будьте бдительны, внимательны к окружению, и я вам желаю никогда не сталкиваться с подобными правонарушениями в своей повседневной жизни.